Васап, мэны. Ну чё, как дела? Давно у нас с вами не было троллингов, и сегодня я это исправлю. В общем-то, ко мне пришел мой друг Азам, чтобы снять ролик, как он калибруется в ММе, в режиме дуэль. Но ко мне пришла гениальная идея после снятия этого ролика вызвать его один на один на М9 Dragon Glass. Но не все так просто. Но в момент, перед тем, как мы начнем дуэль, я поставил скрытую камеру в комнате Азама через компьютер, который он будет играть. И раздал эту камеру себе на компьютер, чтобы видеть, где он находится через OBS Ninja. И таким образом я буду видеть каждую секунду без задержки, где он находится. Я вам обещаю, что троллинг агростримера Азама получился реально очень угарным. А за это с вас обязательно лайкос, также подписочка на канал, и погнали к этому ролику. И, братишка, чё там, опять хомячишь, да кушаешь что-то перед просмотром моего ролика? Ну что хочу сказать, приятного аппетита! Я всегда знаю, что ты ешь. Хомячок где-то. Тапаем. Хамстер. Ладно, погнали. Ребята, я сейчас жду, пока Азам обновит Дискорд. И посмотрите, вот он сидит и ждет, пока у него обновится Дискорд. Скрытая камера стоит прямо за его спиной, и он даже не догадывается, что я буду его жестко троллировать. Короче, скрытую камеру оставляю вот тут внизу, чтобы следить за ним, и буду его жестко нагибать. Ждем его. Сейчас пойду к нему и спрошу, что у него там. Че, Азам, ты зайдешь в Дискорд? Нет, я устал, что-то не заходит же она. Как не заходит? А, обновляется? Ну а чё, бля, как я зайду тогда? На туре я тебя долго жду, давай ты быстрее. Я тебя сейчас в лобби присоединись ты ко мне. Сейчас я тебя в лобби приглашу, зайди, пожалуйста. Ребята, вы видели? Он даже не подозревает, что у него сзади есть скрытая камера. Так, ты за КТ, да, будешь? Что смотри, такое? идем, я тебе покажу бэй, Тёмка. Идем, я тебе покажу, что такое бэй. Вот, где? Смотри, туда не... смотри, иди сюда, ты где? Туда? Вот тут, смотри. Где? Не убивай, сзади, смотри. Вот, ну зачем ты убиваешь? Ну ты баран, ну ты тупо... Блин, я испугался! Ты сзади... Кого ты испугал? Дай я тебе покажу. Блин, ты меня... Я испугал, я сюда иду, я поверну, передо мной ты оказался. Смотри, не убивай, дай я тебе покажу, стой там, смотри. Вот, это Тёмка, смотри, где ты? Вот, это Тёмка, тут можно играть, и вот туда вот можно играть. Вот туда направо идти нельзя, Вот тут вот можно играть. Чисто на Тёмке играем. Да, не, и вот тут вот можно играть, смотри, иди сюда. Вот тут вот лонг получается, лонг. Вот тут лонг. И вот Вот справа бэплэн. Ну ты тупой, ну зачем ты меня убиваешь? Чё ты ржёшь? Ты понял, где можно играть? Всё понял, давай. Смотри, с базы налево можно. Вот. Типа вот. Как Dust 2. Да. Смотри, Fight не убивай 2, меня, дай я тебе покажу. Иди на базу, я тебя не вижу, где ты? Вот, смотри, вот, да. Вот тут вот, как бы хочешь, вот тут вот слева можно, вот тут вот. Получается, вот сайт. Вот, то есть, а я такой же тупой, блин, я понял. Мало ли, ты как Иван Золо, может быть. Все, тотальное унижение пошло. Мы играем с тобой на ножик, да, 9 Dragon Glass. Он стоит 30 тысяч голды. А, бот, просто нет, ботяра. Подожди, просто ботяра, просто какой же ты. Смотри, подожди, я уже смотрю, какие есть. Ну, посмотрел? Подожди, какие оружия есть. На! Смотри, какое оружие у меня прекрасное, ВП. Видишь, у меня он сам ходит, почему не работает? QQ нажимаешь, перестает бот. QQ. Стрелку вызываешь. Давай без АВМа, кто АВМа играет, тут бот. Ты же понимаешь, что я тебя вынесу? Главное, дигл не бери, пожалуйста. Не бери дигл, окей? Хорошо, без дигла играю. Все, без дигла. Пожалуйста, реально. Только честно, без дигла. Хорошо? Ты с диглом, что ли? Чё ты молчишь? Нет. Чё ты врёшь? Ты с диглом. Я не знаю, откуда знаешь. Нет, ну, судя по умолчанию, ты с диглом. Нет, блин, я вообще дигла не беру никогда. Точно? Опа. На изи в сайт зашел. Сейчас будет ставить пачку. Ты где? Ты где, блин? А ты где? А ты где, крыса? Ты, крыса, где? Боже, ты тупорылый идиот с диглом! Домой. Блин, дигл топ, я тебе отвечаю, блин. Дигл говно. Давайте чисто на пистолетах попробуем. Боже, какой ты тупой. Ну как я на пистолетах? Нет. Тебе броню не забывай покупать. Броню? Как я тебе дал, блин. Ты знаешь, какое броня вообще? Ты опять в Тёмке, что ли? Нет. А где ты? А чё ты с шифтом ходишь, блядь? А ты чё шифтом ходишь? Я первый раз играю в эту игру. А где ты? А мразь видел, да, меня? Ах ты крыса! Ха-ха-ха! Боже! Спину как на лба просто! Ты мразь!
ты чё, охренел? Как ты это узнал, что я за... Что ты делаешь? Я услышал тебя, ты без шифта просто побежал. Ты шифтами играешь, мур... Нет, нет, смотри, вот, тап нажми, если я был бы щитами, наблюдатель был бы один, а их нету. Ты понял? Ну, босос, держи! Ты откуда знаешь, что я тут, тупица? Лови флешку, ну это дефолт позиция, братан. Словил флешку? А как? Я тебя прострелил? На! Ну, скопом, на! Ботяра, ну, скопом убил! Конченый! А? Алпама, блин. Ладно, ладно, так же быть, перестану поддаваться, возьму калаш. Буду тебя выносить. Честно играешь? Ты чем ты играешь? Отвечаю. Да нет, я честно играю. Ты разве мне не поверишь? Ты брату своему поверишь или автотеке поверишь? Так, ты где? А ты где, Азам? Азам, я бомбу ставлю. Ты где? На Б ставлю бомбу. А ты где? Поставил бомбу, ты где? Азам? Бомба взорвется сейчас скоро. Опа! Ты где? Ты тупой, ты чем играешь? Я с руками, а ты с чем? Мразь, ты чем играешь? Я с руками. Дефать будешь? Почти! А дефать-то будешь? А дефать-то кто будет? Зачем бомбу ставить? Давай без бомбы играть. В смысле без бомбы? Давай без бомбы играть. Ладно, мужчина, ладно, без бомбы. Смотри, прострел, готов? Эл, готов? Если бы... Прострелил я тебя? Конченый. Смотри, лови подачу. Раз, лови подачу два. Поймал? Лови подачу три. Поймал? Лови подачу четыре, крыса долбаная. Ты откуда знаешь, что я делаю? Ты где? А ты типа не знаешь, ты чем ты играешь, блин? Не-не-не, я не вижу тебя даже. Ай! Больно в ноге! Азам, че крыса? Конченый, ты чем ты играешь? Азам, плаки-плаки или нормалдаки? Вот ап! Ай-яй-яй-яй, как же я! Эй, подожди, ты мразь, ты чем ты играешь? Это... Да нет, еще мы до 10 играем, ты же в курсе? Ладно, подожди, почему давай. Ты все мои позиции знаешь? Давай честно играй! Да я честно, я же тебя слышу, ты просто бегаешь... Ты тупой, честно играй! Ты че, бандишь, усатая? Усатая озеро! Да, Барик, чем ты? Ты откуда узнал, что я сзади зашел? В смысле, я слышал тебя? Ты же... Я на щитке хожу, долбарик! Ты же как мама топаешь, что просто пузатый мама, да? Ладно, держи подарок. Я тебе отвечаю, ты чем ты я играешь. Попал? Я попал! Идеально! Ой, я бомбу случайно поставил, Азам, не будешь бомбить? А найди бомбу! Соси, бля. Сосать! Тупой жёлтый, ты вообще что, я не умею, что ли, бля? Ты чем-то играешь, мразота, ты не говоришь, ты чем-то играешь. Если бы ты честно играл бы, я бы тебя ушатал бы, просто ушатал бы. Да в нулину. Куда ты, нулину. Да куда ты? Просто в нулину. Да я честно играю, замчик. Я просто поселился на твоей лысой голове и... Нулину, бомжа, вижу... просто раздёргал. И вижу каждую твою позицию. Ну как, понимаешь? Ты это видишь, скажи? Я же говорю, на твоем лысом озере поселился и все вижу. Так, лови. Мой родной, дорогой, тара-тара-ра. Бро, я тебя прерву, ведь хочу тебе кое о чем рассказать. Хочешь ли ты себе на халяву крутые и дорогие скины на аккаунт стендоффе? А в самом стендоффе тебе ничего дорогого не падает? Падает одно говно и до сих пор не везет. Ты уже посливал все свои скины, чтобы купить себе кейсик в стендоффе и выбить дорогой дроп, но все равно падает говно. Бро, руби дроп. Ссылочка в закрепленном комментарии также. В закрепленном комментарии халявный промокод, который дает вам бесплатное открытие, название которого будет в закрепленном комментарии. Также промокод на бонус к пополнению 25% Нави. Не забывай использовать. И ссылочка на руби дроп в закрепленном комментарии. Не забывай, ведь там лучший дропчик. Че сидишь-то? Когда смотришь, переходи, забирай халяву. А я пошел. Ну и ты идем смотреть дальше ролик. Вот и она смотрит. Ты что там делаешь? Там нельзя играть! А ты откуда узнал? А ты как узнал? Там нельзя играть! Тут мразь конченая. Ты чем ты играешь? Нет! Нет, честно говорю, без читов! Зачем мне с читами играть? Мне на аккаунте голды на 500 000. За стеной, гнида! Просто пусть... Домой!
бомжара тупая. Еще обоссать сверху, блядь. Кого ты можешь обоссать, братишечка? Тебе максимум унитазы убирать, куда ты обоссать-то, ёпта. Просто обоссал, просто как малыша. Чё ты, авик мой взял, да? Сейчас я тебе покажу, покажу. Про бомбу авик, про какую бомбу авик. Ладно, мы сказали, что без бомбы играем, мразь, почему ты с бомбой? Да я случайно поставил, честно. Я реально случайно поставил. Азамат, ты где? А, ты на лестнице, да, стреляешь? Что ты знаешь? Ну я услышал стрельбу твою. Азамчик, азамчик, поднял, поднял ракетку. Догоняю, догоняю, иди сюда. Азам... Не ори! Азамчик, закую, догоняю, иди сюда. Ой, ты как меня увидел, Азам? Азамчик, ты где? Азам, ты не попадешь. Ты где, бля? А ты где? Ты скотина, вот здесь где-то. Азамчик? Азамчик! Боже бот! Боже бот, боже бот, боже бот, зачем ты взял лавик, ботинок? Капица, в ногу дал я просто. Да ты все чекаешь, ты откуда знаешь, где я нахожусь? Ты чем ты играешь, мразь? Нет, я никогда в жизни. Я не мог так поступить. Ты черт, если ты чем-то играешь, согласен? Согласен. Я не играю с чем-то. Я честно играю. Я честный игрок в Stand of 2. Ай, лол хп! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как прилетело-то с авика, да, Азам? Ты клянусь, ты чем-то играешь. Ты либо, нет, я нет. Не знаю, ты все знаешь, где я нахожусь и так далее. Мразота конченая. Ой. Мразь конченая! Азам, просто улыбнись в камеру и наслаждайся игрой. Тебе просто, тупица, я один день играю, это одно. Второе, блин, я тебя унизил бы как лоха. Не нервничай, Азам, не нервничай. Ладно, с дигла надо играть, чтобы тащить. Че надо? А, с дигла надо, да, играть? Один килл с дигла, это как два. Как два письмо твоей попки. Ну че, Азам? Давай, выходи в смок мой. Ах ты гнида. Ах ты гнида! Тупорылая дигло! Дигл, сила, дигл, сила, дигл, топ. На витрине взял в рот. Ты взял в рот, баран, что ты поешь? Нормальные песни пой. На витрине взял с дигла в рот. Кто в смок пушит? Ни один адекватный игрок не пушит в смок. Ну, хотя, о чем я говорю. Словил? Какой же ты слепой! Вот я вам отвечу, он чем-то говной тренер играет. Ты говной тренер. Слышал этот звук? Ты что, тупой? Зачем ты с диглом меня пикаешь? Азам! Азам! Почти убил меня. Уйди с сайта! Я в спине был! Боже, какой ты бот! Боже, какая ты ботяра! Подожди. Я твой рот бомбил, если ты чем-то играешь, согласен? Согласен, я реально согласен. Азам, я ни с чем не играю. Просто я всевидящий, я понимаю всю твою игру, как нуба. Держи. Поймал? Поймал, поймал ракетку. Ай, молик, не надо, молик. Азам, лови. Словил? Ладно, я тебя в тёмке жду, давай, как реального бойца жду в тёмке. Идём в тёмку. Или засал? Ты чем играешь? Не-не-не-не-не-не-не. Как я могу чем-то играть? Ты мразь, ты чем ты играешь? Нет! Ты как мужчина, выйди до со мной на ногу. Как мужчина. Ты возьми, ты чё, нормально, да? Ты как мужчина играй, так чёрт мужчина. С какой-то херню играет, честь, блин, отвечаю. Я вам отвечаю, он, блин, нечестно играет. Я фулл флэш, ты где? Азам, Азам, Азамчик. Догоняю, иди. Ты где, алло? Хватит хаешки кидать в тёмку, ёпта. Учи твою логику этого примата. Он сейчас запушит лонг, зайдёт в сайт и будет меня искать. Но он даже не подозревает, что я стою АФК. Лови. Раз, два, три. Ай! Аза, перезарядка. Ноускопом. Раз. Ноускопом. Два. Ноускопом. Три. Ноускопом. Баран просто с диглом зажимает, боже мой. Дигл топ, соси, бот! Ты бот, дигл говно. Дигл топ. Дигл говно. Просто унизил дигла. Хорошо. Я не знаю, как тут просто вещи, унизил, да? Хорошо. Азам, Азам, ракетку! Ты баран вообще, зачем ты с диглом убил меня? Уже два раунда с диглом взял. Ааа! Ааа, скотина! Домой сел на лицо.
все на лицо. Яйцо на лицо. Почти забрал. Даже бомбу не буду брать. Да? Хорошо. Давай. Учитывая, что я тебя пытался взять на нож, ты говоришь, что ты жесткий, ты что, вообще баран? Так, Азам, ты что, Айсвал взял? А ты откуда знаешь, что я взял? Лови подарок. Я вам отвечаю, чат, он чем-то играет. А ты откуда знаешь? Какой чат? Ты что, стримишь, что ли? Ну, ты откуда знаешь, что я взял? Чмо. Да он каждый шаг мой знает. Ребята, он чем-то играет. Ой-ой-ой, на префайре! Я не буду с тобой. Как ты какой-то хрен. Ладно, Азам, подожди секунду. А ты можешь на секундочку повернуться назад и помахать рукой? Жопу, я никуда не буду. Повернись назад! Ну для интереса повернись! Ты взял дигл, АВМ. У меня стоит сзади тебя скрытая камера! Салам алейкум, Азам! Ты чё её уронил? Это камера Зары! Изи 10-6! Пока ты там с камерой разбирался! Изи выиграл ножик! Алло? Шо, в жопу, блин, я не играл в этот момент дубина. Я твою камеру разнес. Это Зары. Ну, чё, Азам, спасибо огромное за дуэль. В принципе, было приятно тебя выиграть и залутать с тебя 30 тысяч голды. М9 Dragon Glass, ты мне теперь должен. Алло? Да-да-да, шо, в жопу, я с тобой... Всяк, блин, как мужчина нормально играл под тебя, мать тебе, вот тебе, блин, а... Не этот, бля, хайван, бля. Пожди, ты не отдашь мне, я тебя выиграл, честно. Ну, по факту, я ни с чем же не играл. Просто за... Кто виноват, что ты слепой, тупой озеро, который не выдел сзади себя камеру? Ой, рот, чё? Ты на ВХ играешь, а? Да не, я честно играл. Ты с ВХ... Я не играл с ВХ. Ты ВХ-то! Пошутил нахер, я честно играл. Лох, проигравший 30 тысяч голды прошел. Ма, я в Питере дал. На изи выиграл тебя. Ребята, 10 тысяч лайков, и я пойду играть честную игру. Ну как, я считаю, это и так была честная игра. Против Азама, 1-1. Но надо будет сыграть на что-то интересное. На МАК-10 рубль шаду. Если вы хотите, обязательно набирайте 10 тысяч лайков. Можете подписываться на Азама, также подписывайтесь на меня. Залетайте на этот ролик, также на ТГ. Залетайте в мой ТГ-шоп, Мага-шоп, а также залетайте на Руби-дропчик, дорогие друзья. Промокод закреплен в комментарии. И всем бай-бай, затроллил лысого!